Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гид по мужскому стилю, и у нас сегодня будет укладка. Мы протестируем и покажем вам все наши укладочные средства, расскажем о них, покажем результат. Перед укладкой, конечно же, нужно помыть волосы. Важно, чтобы волосы были чистые. Сашу мы посушили, осталось закрепить. Берем для Саши пасту, ну, где-то вот, если взять, там, на треть фаланги пальца. Сразу закрываем, потому что на водной основе быстро испаряется и подсыхает. И распределяем по поверхности ладошек. До тех пор, чтобы не было комочков. Комочки могут остаться прямо на волосах и будет такой склеенная прядь. Вот. Ничего не осталось. Все руки ничего не брали. Наносим с этой области, как бы, да, с области макушки. Она вот торчит немножко. Потом в челку. Это в домашних условиях тоже можно делать легко. Берете себе и вот как бы рукой заводите волосы. Прокатываете влево-вправо. То есть волосы нужно прокатать с обеих сторон. Что значит с обеих сторон? Это то есть снизу вверх и сверху вниз. Сейчас вы прокатываете, наносите на волосы пасту. И с помощью расчесочки можно взять частыми зубьями. Закрепляем ровно так, как идет по стрижке. В другую сторону вы не сделаете, потому что будет выражаться, скажем, и лестницу можете образовать. Не ту, что на крышу лазить, а та, что на головах. Мы посушили волосы, уложили пастой, матовой пастой до Dapperden. Теперь закрепим всю эту прическу нашу, укладку лаком. В домашних условиях вы можете делать ровно то же. Приходя в парикмахерскую на укладку, понимаете то, что это занимает мало времени, а это плюс. Б, это качественно, и В, это красиво, и еще и кофе попили, приятно. Лаком закрепляем на расстоянии 30-50 сантиметров. Для того, чтобы распылять лак, а не наносить точечно. Точечно будет кусками, как говорят, фу, это женская тема, фигня это все. Пользовались давно и все, только стесняются. Глаза клиенту прикрываем, так же самое себе дома, если вы это делаете. Рукой прикрыли глаза, нанесли порционы. Не нужно сильно заливать. Прижимать сильно тоже не нужно. В принципе, форму мы уже сделали, поэтому нам осталось только закрепить. Ребята, для Саши, почему мы брали матовую пасту? Dapperden, в данном случае у Саши хорошая структура волос, не тонкие, не толстые, густые, как по мне, но не короткие. То есть нужно дать было массой как бы придавить, а объемчик вот этот вот, если были бы волосы короткие, мы бы взяли вместо пасты, мы бы взяли глину. Вот на каждую структуру волос, на их как бы наличие, на их объем, густонаселенность волос, что ли, тоже нужно разное укладочное средство. Например, как бы, если волос редкий, паста не подойдет. В принципе, подойдет лак, он легкий и максимально держит. Ну вот, например, на мои волосы я бы тоже взял пасту, но я не наношу ничего. Помаду
этого же бренда можно наносить в принципе на любую длину волос и на любую густоту. Тут все равно будет как бы мокрый блестященький эффект. Поэтому вот как бы такого нужно результата и ожидать. Матовая паста Blue Bears Revenge. Она в принципе такая же самая, как и Dapper Dan. Только Dapper Dan на водной основе, повторюсь, а это на жировой основе, на растительном жире. Как бы вот в этом будет ее отличие. И она немножко тяжелее, конечно же, и на волосах смотрится. Cook Grease, что 2X, что 3X, они все тяжелые полочные средства. Они чем-то может напоминать воск для обуви, скажем. Можно залепиться очень сильно и надолго. И но лишь только как бы от средних до жестких волос. На тонкие волосы не подойдет, тяжелый очень как бы. То есть тонкие волосы — это вот лак, все, как по мне. Короткие, длинные, только так, с помощью фена. Шварцкоп 3D Man, но это сильные фиксации. Как бы можно брать как бы на тонкий волос. Но опять же таки, вернемся опять к этому средству. Soy VC, та помада, они одна как бы равносильно друг другу, они похожи. Запах отличается и фиксация. То есть Turkish Style. Глина Dapper Dan, вот как бы более как бы подойдет на более короткие волосы. Текстура плотная, скажем, такие как сформировать стрижку, еж можно зафиксировать. Пацаны на площадке укладывают, как бы, ну, очень держит хорошо форму. С вами был гид по мужскому стилю. Я Сергей Баженко и наш клиент Александр. До новых встреч!